Диджей Мария Малякина. Маш, привет! Слушай, у меня к тебе такой вопрос. Вот у тебя свое букинг-агентство. Вот как вообще родилась идея такого, ну не знаю, неординарного вообще бизнеса, неординарного полностью? Дело в том, что когда-то я была лет 8 назад, была арт-директором клуба, делала рейвы, бла-бла-бла. В один прекрасный момент я подумала, не так уж и прикольно одной заниматься всем, вот-вот, слишком много ответственности. Гораздо круче, прикольнее привести какого-то там диджея, ну любого артиста, да, и просто, ну, грибануть денег. И пофигу, как пошла вечеринка просто. Вот и все логично. Слушай, ну на самом деле, вот сколько под твоей гидой вот диджеев вот на данный момент? На данный момент в моем букинге порядка, наверное, ну, 15 артистов. Но зато у меня есть очень крутой прайс, и им выгодно, чтобы я их продавала. Мне выгодно, чтобы у меня их покупали. Ну, вот смотри, ты, поскольку диджей, ты играешь больше для людей. Вот то, что сейчас модно, то, что в тренде. А сама ты какую музыку любишь? Знаете, я бывший панк. Да, да. Я носила, когда мне было 14 лет, я ходила в школу шипованным ошейником, балахоне с цветными линзами. То есть я меломан, потому что, ну, нельзя зациклиться на одном жанре музыки. Планируешь еще сюда вернуться? Хочешь? Я очень люблю ваш город, я в нем была раз 40, но я его ни разу не видела днем. Это была диджей Мария Малякина специально для Bay Forum TV.